Многодетных семей в Муравленко становится больше во многом благодаря государственной поддержке. На Ямале семейной политики укреплению положения семей с детьми уделяется серьезное внимание. До 2020 года на поддержку ямальских семей округ направит 24 миллиарда рублей. Губернатор Дмитрий Кобылкин утвердил комплексную программу по улучшению социально-экономического положения семей с детьми в арктическом регионе. Все подробности в следующем сюжете. У Натальи Терентьевой 5 детей. Самому маленькому 4 месяца, старшему уже 7 лет. Без ощутимой поддержки государства на большую семью они бы не решились. Список льгот довольно большой. Здорово выручает ежемесячное пособие для малообеспеченных. Большим подспорьем стал и материнский капитал. Мне каким образом помог материнский капитал еще, вот что я почувствовала? Трое детей ходят в детский сад, и эта вереница, она у меня не заканчивается. То есть у меня один выпускается, следующий идет, и в итоге все равно трое детей идет в детский сад. И получается, за детский сад очень хорошая оплата в месяц. И вот можно из материнского капитала с детский сад оплачивать. Для больших семей предусмотрены единовременные и ежемесячные выплаты, различные виды возмещения проездов, компенсация стоимости услуг ЖКХ. Есть льготы при посещении учреждений культуры, образования и здравоохранения. Родители школьников получают в начале учебного года на каждого ученика более 3000 рублей. Это к школе, именно летом, там перед школой выплачивают единоразовое пособие. Ну, покупаем в школу, готовимся. Констовары, все такое. Совместная работа у нас организована с отделом ЗАГС города Муравленко. И семьи, когда получают свидетельство о рождении ребенка, одновременно с этим свидетельством им выдают памятку о том, на какие меры социальной поддержки может претендовать семья. Сегодня в Муравленко 548 многодетных семей. Они воспитывают 1758 детей. За последние 3 года количество больших семей выросло на 129. Причем увеличилось количество семей, где 4 или даже 5 детей. В округе намерены и дальше поддерживать семьи с детьми. Ольга Черная, Сергей Шалафан, Владислав Дроботов. Новости Муравленко.